Неужели вот здесь, здесь, где висит сейчас Знамя Победы, да, где стелла освободителем, горит вечный огонь, вы сможете повторить то, что сказали в прошлый раз? Шухевич для вас действительно герой? Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой. А для вас? Для вас, для человека, который сейчас смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевича. Это знамя, которое было поднято над Рейхстагом всем, всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, да. Шухевич на чьей стороне воевал? На стороне Украины. Он воевал... За Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину.